Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, откуда вы идете? Не надо мне снимать. Савдеевки. Савдеевки? Да, за хлебом. Расскажите, как вы здесь живете? Плохо живет. Да. Ну, газа нет, света нет. Кто как выживает, в общем. То есть вы ходите в Авдеевку за покупками, да? Да? Что вас еще интересует? Что интересует, чувствуете ли вы украинскую власть здесь, в опытном? Нет, я на это не буду отвечать. Как вас зовут? Александр. Александр, спасибо. Пожалуйста.